Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Итак, мои хорошие, дождались. Мой свитер жгуты на резинке готов. Но это не просто свитер. Это трансформер. Вы уже все видели к превью к этому видео. И такого трансформера у меня еще не было. Вот вправду говорят, что фантазии нет предела. В первую очередь, прежде чем я буду рассказывать об этом прекрасном создании, я хочу поблагодарить два замечательных магазина, которые являлись спонсором этого проекта. Это магазин «Кудель», который предоставил вот такую пряжу «Опал», и магазин «Мир вышивки». Кстати, в магазине «Мир вышивки» есть 10% скидка для вас, для моих друзей, для моих подписчиков с промокодом Ситникова. Ситникова, все буквы латинские. Все, конечно же, оставлю в инфобоксе. «Мир вышивки» предоставил две пряжи. Это «Ангора», «Ангора 2» от фирмы «Мидара». Пряжа итальянская, расфасовываются в Прибалтике. Вот такие два оттенка. Давайте я напомню их артикулы. Значит, вот такой более светлый 885, цвет песок, артикул 853. Громаднейшее благодарю. В результате вот этой смесовки с этой пряжей получилась вот такая красота. Девочки, если сказать, что я довольна, это вообще ничего не сказать от слова совсем. Я очень довольна. Это такой уют, это такой комфорт. Кстати, свитер постиран, все детали уже, все буквально, все постирано. Посмотрите, какой пушок дает вот эта вот смесовка. Вот сейчас очень хорошо видно вот этот характерный пушок. Этот пушок, конечно же, дает пряжа Мидара Ангора 2. Ну, в принципе, опал, у опала тоже есть пух, но он не так выражен. Поэтому настоятельно рекомендую вот такую смесовку. Опал прекрасно держит форму. Причем не пугайтесь, я в одном видео рассказывала, что постирала и испугалась. Но когда все высыхает, все возвращается на круги своя, как говорится, и все в той же форме. Стирала я воротник и тоже думала, что он будет, ну, какой-то расплывчатый. Хотя тоже хорошо выглядело, когда он был полумокрый. Но потом все высохло и все, в принципе, как было, так и есть. Итак, по расходу пряжи. Давайте о составе немножко и метраж. Пряжа экономная, что одна, что другая. В опале 425 метров. Здесь 75% шерсти и 25% полиамида. Пряжа носочная, но я успешно из нее вяжу прекрасные изделия. В Мидаре вообще 750 метров метраж. Но здесь мохер, в общем, немножко тоже синтетики и шерсть. Так, сейчас вот если я доберусь. 50% мохер, 30% акрил и 20 это шерсть молодых овец, я так поняла, мне девочки переводили. Прекраснейшая пряжа, вот эту пряжу я обожаю, но в смесовке. Чисто из нее я бы, конечно, не вязала. А что по колкости? По колкости мне абсолютно комфортно. Если у вас гиперчувствительная кожа, я думаю, что вам немножечко будет покалывать. Но вообще, конечно, это все нужно пробовать. Итак, по расходу. По расходу опала у меня ушло 4 моточка и хвостик. Хвостик буквально здесь 15 грамм.
То есть у меня было 5 вот таких моточков, 4 ушло и остался хвостик. Мы будем считать 400 грамм. И мидары ангора 2 ушло 200 грамм. То есть вот были 2 моточка по 100 грамм. И они ушли буквально под ноль. Ну, а теперь давайте расскажу я немножечко о своих мыторствах. Это же все-таки трансформер, трансформистый. Все-таки свитер на кнопках. Сейчас я прикреплюсь на штатив, и тогда уже буду вам рассказывать и о воротнике, и о моих мучениях с кнопками. Вот этот вариант, который я уже вам показала на себе, вот это меня вообще просто устраивает. Но скажу сразу, не сразу я к этому пришла, к такому варианту. Очень много было ошибок по поводу, где пришить кнопки. Я не знаю, сколько я раз отпарывала и пришивала. Ну, наверное, раз 20 по каждому плечу, это точно. Ну, а теперь давайте расскажу. Значит, мастер-класс по этому свитеру. Несколько видео, я не знаю, 4 или 5 видео есть на канале. Подробные мастер-классы по скосам плеча, по вырезу горловины, разворотная петля там моя, вот это незаметная. Почему я говорю моя? Потому что, ну, я нигде такую петлю не видела. Вы мне потом писали, а эта петля есть на каком-то канале. Девочки, конечно же, есть. Ну, у всех же голова на плечах есть, и, наверное, это уже давным-давно придумано. Но поскольку я нигде не смотрела и сама дошла до этой разворотной петли, поэтому я так и говорю. И я, конечно же, очень рада, что эта петля разворота уже есть. Она, наверное, самая прекрасная и самая незаметная. Ну, а теперь давайте покажу места кнопок, где я их пришивала. Повторюсь, девочки, я к этому дошла не сразу. Выверну наизнанку, вы сейчас все увидите сами. Здесь всего получается 1, 2, 3, 4 кнопочки на один рукав, ну и соответственно столько же на другой рукав. Сейчас выверну наизнанку, и вы это все поймете, как, где, если кому понравился такой вариант, как и где это пришить. Может быть, вы свой какой-то вариант придумаете. Но я пока вот остановилась на этом варианте. Возможно, мне придется перешивать кнопки, потому что они не совсем соответствуют цвету. Ну, а те вот, которые бронзовые, которые я жду, они придут где-то, ну, не скоро, месяц, наверное, точно. Поскольку тут новогодние праздники, то как бы не в феврале пришла эта посылка ко мне. Поэтому, а носить-то хочется. Поэтому буду ходить пока с такими кнопками. Итак, вы уже видели, что этот рукав прекрасно служит гетрами. И это такой комфорт и уют. И это еще у кого ножки стройные, это еще может и служить ботфортом. Ну, я как бы вот так вот заворачивала и вот так вот одевала на себя. Вы это все видели. Но рукав — это полноценные гетры ботфорты. Так, значит, смотрите, где я пришила кнопки. В двух местах, это по линии вот подмышек. Кнопочка вот здесь вот, кстати, вы мне там писали, будет все грубо, будет все толсто. Ничего не грубо, ничего не толсто. И кнопка, куда крепится вот этот рукав, она практически возле шеи, то есть возле горловины. Вторая кнопка по плечу, это вот по краю, как это называть, пройма рукава, да? Чтобы фиксировала и чтобы рукав не высмыкивался. Вот, пожалуй, и все. Если мы положим, ну, посмотрим, как это выглядит внутри, то это смотрится вот так.
Вот. Вот эта часть у нас внутри. Да, немножко, конечно, придает объем, но я думаю, что незначительно. И вот это уплотнение мне даже очень-очень нравится. То есть больше кнопок, как я планировала раньше, вот здесь вот по краю, они не нужны. Потому что это получается, знаете, как гусеница. Вот прям вот такие какие-то некрасивые. Но все равно будет тянуть. Это же вязаное полотно. И вот здесь получается некрасиво. Поэтому кнопки вот здесь пришивать не нужно. Вот по линии шва. Он дает, кстати, жесткость. Почему я именно такой шов использовала, вы мне там писали. А я закрыла петля в петлю. Да, можно закрыть и петля в петлю, но мне, я знала, что мне понадобится вот этот шов жесткий. И к нему я пришила, в принципе, кнопку, которая незаметна с лицевой стороны. Теперь хочу обратить ваше внимание еще на нашу, мою кромочную с накидом, которую я обожаю. Посмотрите, как разрез смотрится, как будто это айкорд. Вот честное слово. У меня такое впечатление, как будто связан айкорд. Но это не айкорд, это кромочная с накидом. Как ее вязать, тысячу раз показывала на канале. Вот такой красивый разрез без дополнительной обработки. Вяжем эту кромочную с накидом и все. Вот он наш, вы мне там подсказали, матрасный шов незаметный. Я даже не знала, как он называется. В общем, все очень хорошо и комфортно, классно, аккуратно и красиво. Как жилет без рукавов, мне тоже очень нравится. Я вам как бы продемонстрировала только один вариант там, с вот этой длинной платьем рубахой оливкового цвета. Но это же, сами понимаете, сюда блузки любые. Я просто устала уже одеваться, раздеваться. Вариантов куча, как это все можно носить. Рукав я перевязывала. Кстати, вчера сняла в рабочий момент. Не знаю почему. В общем, не нашла в памяти этот момент. Я рассказывала там, почему я перевязала рукав. Потому что его нужно сделать было больше, чтобы он, вот этот угол заходил, ну, прям вот под наш свитер. И вот здесь вот ничего больше не пришивать. То есть оно держится все само собой. Причем поднимаешь руки, движешься, ничего никуда не высмыкивается. Тот рукав у меня был, во-первых, угол наклона был другой, потому что разворотные петли были 3. Здесь я выполнила по одной разворотной петле. То есть одна петля, разворот, одна петля, разворот. Если вы не хотите трансформер, а просто пришить рукав, тогда тот вариант, который я показывала в видео, как это делается, найдете этот плейлист, так и называется, свитер жгуты на резинке. И вот тот вариант с петлей разворота, с шагом в 3 петли, он подходит больше. У вас изменится угол наклона, ну и естественно, вы свяжете рукав, конечно, покороче. Я уже не буду говорить о размерах, уже и по петлям я говорила, сколько. Размер у меня 48-50, длина рукава не знаю какая. Это все нужно мерить, это все индивидуально. Теперь, что хочу сказать по горловине. Горловину я тоже перевязывала. Вот сейчас вам расскажу, как я ее вязала. Горловина без кетлевки вообще. И провязав, ну, где-то вот, наверное, сантиметров 8-9, просто вот этим рисунком, как вы видите, я потом на вот этом расстоянии поменяла петли. Как мы вяжем шапки вот для отворота, чтобы был фиксированный отворот, так я сделала вот здесь и в своем свитере. Для чего? Для того, чтобы когда вывернется, ну, этот же воротник носится вот так, чтобы вот здесь был одинаковый рисунок. Поэтому я сделала вот такой вот маневр. Думаю, что это понятно. Да, еще
Петли я здесь не меняла количество. Расширение, вот вы видите, сейчас уберу. Расширение, значит, воротника здесь идет за счет смены размера спиц. Вот, значит, вот это расстояние я вязала вообще на 2,75 спицы, чтобы вот здесь было плотно, вот даже видно, как, какая здесь плотность. А потом уже стала менять спицы, но провяжу какое-то расстояние, поменяла спицы, провяжу какое-то расстояние, поменяла спицы. В итоге воротник я закончила спицами 5,5. Он здесь вот такой рыхлый, и он красиво лежит. И вообще его можно укладывать как угодно. У него столько разных вариантов, как его уложить. Да, еще вот так вот красиво я закрыла край. Значит, когда у меня уже закончились нитки, я же все в ноль отвязала. Как я закрывала? Я провязала ряд сначала все петли лицевые, второй ряд все петли изнаночные, и закрывала я изнанкой. Я же вязала вот с этой стороны, то есть вот туда шла. Вот. Вот ряд петли все лицевые. Потом петли все изнаночные, и закрывала я изнаночной с накидом эластичным способом. Как это делать? Все это я делаю при помощи крючка. Вот вы видите, здесь достаточно эластичный край. Закрывала по, получается, изнаночной стороне. На лице это выглядит вот такая красивая дорожка. Так что я считаю, что недолго у меня, конечно же, были перевязы, перевязывался воротник, перевязывалась часть рукава, наверное, вот до этого момента, один и второй. В общем, немножко было, конечно, мучений, немножко было мучений с пришитием кнопок, так что все было. Кто, как говорится, кто не вяжет, тот не распускает. Да, девочки, я очень довольна спицами, которые мне подарил Дедушка Мороз. Я думаю, что все те, которые мне написали и приобретут эти спицы, я думаю, что вы также будете довольны. Я сейчас вяжу на этих спицах очередные гетры. Если помните вот эту пряжу, это пряжа Папати Ангора Кейк, тоже, кстати, был спонсором Кудель, мы вязали с вами трансформер Иллюзия, но он был крючком. Вот у меня осталось 80 грамм где-то этой пряжи, и я решила связать гетры. Мне так понравилось, ну вот зимой одевать их и ходить дома, да можно в принципе и не дома. Вот, я уже перешла вот на другой цвет и вяжу. Но я хочу сказать про спицы. Набор включает в себя вот практически все. Вот я взяла лески по 40 сантиметров, сделала себе спицы, то есть вяжу здесь спицы 3,5 и 4, и спокойно вяжу без чулочных спиц на двух парах спиц. Вот зачем здесь нужны лески в двух количествах. У меня ни разу не открутилось. Вот я много слышала девочек, что они подружились со спицами, они у вас раскручиваются. Девочки, я не знаю. Я закручиваю их при помощи ключика. И вот уже я провязала рука в свитере. Я вяжу вот эти вот гетры. У меня ни разу не открылось. Кстати, смотрите, как классные вот эти магнитики. Вот он, этот ключик, которым я затягиваю спицы. Хопа, и все. И тут же у меня вот иголка. То есть это еще и дополнительный органайзер. Набор просто классный. Единственное, что если услышат производители этого набора, если бы вот эти вот спицы больших размеров заменить на хотя бы там троечку, 2,5 вместо вот этих наборов, это было бы вообще
просто блеск. Но я посмотрела, что продаются такие спицы от КнитПро деревянные из березы. Я, правда, не знаю, они разъемные или нет. Но меньшего размера можно найти. Обязательно, обязательно, когда найду, мне уже Лешек сказал, если найдешь, заказывай, я к этому набору тебе дополнительно сделаю подарок. Так что вот 2,5 и 3 я себе куплю, и я буду, наверное, вообще просто счастлива. Это просто какая-то песня. Это не набор, а чудо. Это мой фаворит. Ну вот, мои хорошие, надеюсь, вам понравился мой свитер. Очень хочу знать ваше мнение. Напишите мне, пожалуйста, как вам такая модель, как у вас получается, все ли вам понятно. Плейлист есть на канале, так что вяжите в свое удовольствие. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всех люблю, обнимаю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.